Всем привет, дорогие друзья! Вот и прошел еще один год вместе с вами. Он не был столь насыщенным на новости, но несколько глобальных все же случились. Речь, конечно же, про взлом PS5 и запуск на ней приложения от PS1, PS2 и, самое главное, от PS4 со всеми улучшениями. Кроме того, есть продвижение и в других направлениях. Например, WebKit Exploit 7.61 и еще один мифический WebKit для 5.50 на PS5 и 9.60 на PS4, который распространяется через Discord. На сцене PS4 стоял штиль, и это лишь укрепило веру в слова инсайдера, что если выкатит 9.0, то это может стать последним взломом на долгие годы. Так и произошло, хотя я сам не верил в такой исход. Остается верить, что 2024 будет более насыщенным на события, а я смогу лучше распланировать свое время и выпускать больше роликов для вас. Может, даже оживлю запрещенограмм. Также на фоне ИТХена все начали забывать про эксплойт MastiCore, который вроде как до сих пор работает на актуальных прошивках PS4 и PS5. А все потому, что Sony прямо сказали, что не собираются его закрывать. Ну и как мы могли забыть про легендарное событие, как получение ключей прошивки PS5 и взлом гипервизора разработчиком Flex. Он сделал это на прошивке 2.50, однако не стал выкладывать свои наработки в сеть. Ограничился лишь несколькими пруфами в Твиттере и кратким интервью. Думаю, все понимают почему, после дела геохота на PS3. Однако все это лишь железки и игрушки. Самое главное, это родные и близкие люди. Желаю всем здоровья, мира и иметь как можно больше времени и возможностей делать добро и радоваться жизни. Мое желание остается неизменным. Нет войне. Однако в этом году не только у меня будет шанс это публично сказать. Увидимся в 2024.